Всем привет! Приготовим сегодня с вами легенький весенний салатик. Получается очень вкусно, готовится быстро, легко, все просто очень. Давайте начнем. Нам понадобится с вами один помидор, один огурец, перец болгарский одна штука, можно использовать как красный, так и желтый, половинка пекинской капусты и укропчик. Значит, нарезаем. Давайте начнем с половинки капусты. Капусту. Огурчик разрезаем напополам, дольками. Помидорчик разрезаем напополам, вынимаем сердцевинку. И тоже режем такими долечками. Резаем сердцевинку, очищаем от семечек наших, семян. Пополам разрезаем. Вот так вот соломочком нарезаем. Нарезаем укропчик меленько. Можно добавить петрушечку, если хотите, по желанию. Добавляем пол чайной ложки соли. Заправлять будем подсолнечным маслом рафинированным. Можно использовать оливковое масло, если хотите. Все хорошенько перемешиваем. Капуста пекинская сама по себе очень нежная. Вкусный салатик будет получаться. Если будете использовать обычную капусту, тоже ничего страшного. Но выбирайте специально такая, чтобы мягенькая была. Но лучше всего, конечно, пекинская. Для салатика он будет очень вкусно. Наш салатик с вами готов. Получилась такая красота. Вкусно очень. Легенький. Приятного аппетита!